Ну, очень вкусные, нежные творожные ватрушки. Давайте готовить. Подготовим опару, соединяем дрожжи, сахар и теплое молоко, перемешиваем и оставляем минут на 15. Затем добавляем яйцо, сахар, щепотку соли, муку, замешиваем мягкое тесто. В конце добавляем растительное масло, хорошенечко вымешиваем где-то 5-10 минут. И накрываем полотенцем, отправляем в теплое место на час-полтора. Займемся творожной начинкой, к творогу добавляем желток, сметану, сахар, все перемешиваем. Дошедшее тесто разминаем, делим на одинаковые кружочки. Эти кружочки приносим на противень и с помощью любого стакана делаем углубление. Мазываем яйцом, посередине кладем начинку творожную и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут. И самые вкусные творожные ватрушки готовы. Обязательно их приготовьте, радуйте себя и своих близких. Спасибо за ваш просмотр и за ваши лайки. Приятного всем аппетита!